рамках федеральной программы «Ты предприниматель» в Омске прошел цикл групповых консультаций по основам ведения бизнеса. Обучающий курс стартовал 18 сентября и завершился в конце октября. За это время 480 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет узнали много полезной информации о бизнес-планировании, особенностях трудовых отношений, преимуществах разных систем налогообложения, а также имели возможность пообщаться с действующими омскими предпринимателями. Среди приглашенных спикеров был владелец сети супермаркетов, директор торгового дома Виктор Шкуренко. Помимо истории своего успеха, он рассказал ребятам о политике, экономической ситуации в стране, роли санкций в развитии бизнеса, а также о том, как открыть свое дело. Ответил на актуальные вопросы слушателей. Я тоже когда-то был студентом, и это было, правда, в далекие 90-е годы. Но и тогда уже мне, как студенту, хотелось, чтобы перед нами выступали не только преподаватели, но и практики, потому что я учился на экономическом факультете. Я, в принципе, предприниматель достаточно открытый, и если меня приглашают выступить куда-то с публичными лекциями, то я соглашаюсь, вот нахожу для этого времени, потому что, ну, тоже чувствую, что надо делиться знаниями. Вкратце узнал о политике, что было очень интересно. Также узнал о интересных направлениях, ну и в какую сторону смотреть, развиваться. Я вот за этим пришел, собственно. Также молодые люди смогли пообщаться с известным бизнесменом, руководителем компании информационной технологии бизнеса Владимиром Нарольским. Предприниматель рассказал о себе, своей компании, о мотивации сотрудников, ошибках и выводах, преимуществах стартапа именно в Омске, ответил на вопросы и дал ценные рекомендации. Я сам в этой программе участвовал в 2011 году и занял второе место по России. Первое по Омску, первое по Сибири. И для меня это было такое, ну, как бы воодушевление, наверное. Я слушал, как другие занимаются, чем занимаются, где-то подчеркивал интересные вещи у них. То есть это очень хорошая программа, очень нужная. Мне понравился сам бизнес, которым занимается наш предприниматель, потому что я сейчас тоже как бы изучаю почти понемногу данную сферу, узнала про систему мотивации, интересно, про портрет клиента, как нужно правильно выбрать, даже по моей немножко специальности рассказали, помогли мне. В принципе, очень интересно было. Я отметил то, что IT-технологии, ну, разработка веб-сайтов, там, ну, и продвижение, ну, онлайн-продвижение получается, ну, то, что в этом можно хорошо заработать. И ну, то, что это актуально. Министерство по делам молодежи Омской области является партнером федеральной программы «Ты предприниматель» с 2016 года. За это время свою бизнес-грамотность повысили около 2000 молодых омичей.